Друзья, всем привет! В этом видео хочу вам рассказать про вот такую болгарочку Bosch Professional. А именно я хотел бы рассказать про один существенный недостаток у этой болгарки. Болгарка в целом очень шикарная, просто суперская, мощнейшая, исполненная, конечно же, очень хорошо. Собрана она в России, так как в России есть уже официальный завод по изготовлению инструмента профессионального. Значит, речь какая, о чем именно пойдет? Пойдет вот об этой части, фланцевая вот эта крышка редуктора, где, которая закрывает непосредственно весь механизм редуктор. В редукторе диск с косым зубом, шпиндель, что интересно в этой болгарке, шпиндель не на игольчатом подшипнике, а на втулке медной. Это, конечно, удивительно, потому что игольчатый подшипник уже даже и в дешевых китайских болгарках применяют, а здесь вот решили вот так сэкономить. Значит, что хочу сказать про вот этот вот, повторюсь, про вот эту крышку фланцевую. Она из пластика сделана. Однажды мне понадобилось сюда залить новую смазку побольше количества. Заодно хотел посмотреть, сколько там изначально. Изначально мало было. Вот, поменял смазку, вот, и открутив вот эти вот 4 болтика шестигранных, вот так вот за шпиндель снял легко. Вот, и все увидел, конечно, там было мало смазки. Поставил обратно вот эту вот крышку. И что удивительно, значит, ну, не сильно я затягивал, конечно. И вот тут вот есть 4 отверстия вот в специальных таких ушках. И одно ушко, видимо, я перетянул, и вот это фланцевое, фланец вот этот вот редуктора, вот здесь вот он у меня треснул. Сейчас подсвечу фонариком, покажу. Чуть-чуть совсем, небольшая трещинка, вот она, видите, вот, раз, и откололась. Я считаю, что это существенная, конечно, существенная недоработка у данного производителя. Вот я больше сейчас покажу. Вот видите, затягивал я не сильно, абсолютно ровненько установил, тем более как бы более-менее в этом разбираюсь, но вот так или иначе вот трещинка такая есть. То есть было бы, конечно же, надежнее, если бы вот эта вот часть, вот эта часть вся была бы сделана из какого-нибудь металлического легкого сплава, и было бы надежнее, конечно же. Вот такой вот, такая недоработка в этой шикарной болгарке. Болгарка наимощнейшая, 1250 ватт, с плавным пуском, с отключением экстренным, вот потом с антизапуском. Если электричество отключили, она сама не включится, пока не переключишь вот клавишу заново. Ну, все там бронировано, конечно, залит двигатель шикарно. Сама болгарка просто, ну, чудесная просто, ну, она с регулировкой оборотов, вот. То есть редуктор сильно не нагревается. Несмотря на то, что здесь вот этот вал, он одет на втулку, не на игольчатый подшипник. Так, болгарка вот в таком кейсе стандартном, бошевском продается. В комплекте у этой болгарки вот такая вот ручка с демпфером уже идет. Ну, достаточно полезная вещь, амортизирует нормально. То есть тряску сглаживает, то есть какой-то удар. Далее, значит, у этой болгарки в комплект вот эта вот шайба не входит. Это я отдельно купил. Противозаклинивающая шайба. То есть она позволяет без ключа, то есть прикрутить диск, установив сюда.
Вот, на, вот, естественно, на вот эту фланцевую шайбу, которая идет в комплекте. Фланцевая шайба идет вот с такими, с перфорацией, вот с такой. Сейчас настроится, секунду. Вот, видите, это не так, как на многих болгарках, гладкая просто шайба. То есть это для чего? Это позволяет не скользить диску. Если он заклинит, застрянет, то есть, ну, хорошая продуманная идея. А вот это вот, естественно, нежная часть. Я думаю, что в работе, то есть где-то, то есть эту болгарочку, если уронить, это, конечно, все может и поломаться. На морозе, конечно же, все это треснуть может. Ну, от перепада температуры пластик, все знают, он становится более хрупкий. Вот, ну, вот на, это применено на этой модели. То есть на макитовских там болгарках и на хитаче, вот эта вот вся часть, конечно, металлическая. Вот. И вот, значит, есть, конечно, вот этот вот защитный кожух, который вот так вот защелкивается. И просто сейчас я покажу, сейчас он, как он разворачивается. То есть вот нажимается вот это вот, и он вращается вокруг, и также его снять можно сразу без ключа. Сейчас, секунду, покажу. Подождите. Так, вот я его слегка развернул. Вот, и он вот так защелкивается. Ну и вот так по кругу через нажатие, то есть можно его, то есть прикручивать. Ну, ручка, естественно, вставляется в стандартное отверстие. Одной рукой снимаю, неудобно. Сейчас, секунду. Вот я прикрутил ручку. Вот так устанавливается вот шайба. Ну и вот эта вот шайба вот так накручивается. И она через щелчок позволяет закрутить, прикрутить диск, ну, то есть до упора защелкивается. Сейчас я попробую одной рукой. Сейчас. Не получается. Ну, в общем, она защелкивается. И потом также отщелкивается, легко отпускается диск. Болгарка это считается, ну, маленькая. То есть это из разряда маленьких. Ну, диск здесь 125-й. Идет, она не тяжелая, но дури в ней, конечно же, очень много. То есть это очень полезно, удобно. Ну вот смотрите, кстати, про пластмассовый вот этот фланец, то, что я говорил. Ну вот он закрывается вот этим вот защитным кожухом частично. Но вот тут вот все равно он по краям остается пластмассовый. То есть, ну, где-то, если удар произойдет вот, обо что-то, то может поломаться. Ну, в хороших руках ничего не ломается, конечно же. Вот. Вот такая вот болгарочка. Вот. Достаточно, как бы, интересная. Вот. Здесь вот мощный обдув, конечно, через всю болгарку проходит. Вот, вот здесь через эти патрубки, конечно, тоже все воздух хорошо выдувает все. То есть, ну и такая конструкция, она позволяет себя не засасывать грязь вот наверху, потому что находятся вот эти патрубки. Но было бы хорошо, если бы вот в этих патрубках внутри стояли бы еще сеточки, конечно, такие. Ну, металлические сетки защитные. То есть они бы микропыль бы вообще бы не пропускали. Но это можно самому доработать. Или, может быть, где-то и продается такое. Уже. Где-то я видел вот такие вот сюда защелкивающиеся вот так вот. На кожах такие типа обхваты. И у него сеточка такая. Вот такая вот болгарка. Вот в таком вот кейсе. Интересно. Собственно говоря, вот и все. И хотел показать. Речь была вот в первую очередь о том, что вот тут вот может обломиться у вас отверстие под болтик. То есть, если будете откручивать, будьте аккуратны. Имейте в виду. Пластмассовые такие фланцы применены еще, я видел, в болгарках DeWalt. Есть такие болгарки желтенького цвета.
Там вот они тоже есть пластмассовые части. А вот на Макитах все целиковое железное, на Хитаче пока тоже все целиковое железное. Было бы хорошо, если бы это железное полностью и здесь тоже было. Вот на этом весь обзор. Спасибо за просмотр. Если кому-то интересно, пишите комментарии с вопросом. Дополнительно расскажу, что, чего и как еще. Повторюсь еще, это мощнейшая болгарка из числа небольших. То есть не дергается, не вибрирует, легкая и удобная. Вот, но с недоработкой, с такой вот пластмасской у нее. То есть если вот так вот, опять же, еще раз подсказываю, если вот так вот она упадет, вот я сейчас рискну вот так бросил, то есть ее надо аккуратненько ложить, нежненько, то есть вот, потому что даже вот эта часть, сам защитный кожух, то есть может ее пробить, проколоть. Вот. Вот она профессиональная такая синяя болгарка, синий Bosch. Вот. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Всегда рад вашим комментариям, просмотрам. Я стараюсь снимать о полезных и не очень полезных вещах вот, в пользовании. Всем пока.